Обком партии. Товарищ Самарин сейчас занят. По этому вопросу обратитесь, пожалуйста, к товарищу Зайцеву. Пожалуйста. Лариса Игнатьевна, машина готова. Хорошо. Мне ждать или сам поедет? Подождите, Гриша. Подождите. Николай Александрович. Да. Машина готова. Спасибо. Да, Лариса Игнатьевна, Москву переключайте на Лагунова. Хорошо. Ты понимаешь, что я не могу тебя даже ударить? Потому что ты мне не родной сын. Выходит, это мое преимущество. Да-да. Верь, курс работает в совхозе. Где ты должен быть? Где? В моем кабинете или там, вместе со всеми? Я был там почти месяц. А еще 16 дней. О, ты помнишь? А я-то помню, я все помню. Вот ты, интересно, о чем думаешь? О чем ты думаешь? Врываешься ко мне с этой развеселой улыбочкой. Да я хотел тебя порадовать. Не надо только поясничать. Ты пойми, если ты мой сын, ты обязан последним уехать из совхоза. Последним. Почему? А потому что ты носишь фамилию Самарин. Да, понятно? И для нашей области это не просто фамилия, это... Ну что это? Ну что это гораздо больше, чем Самарин. Ты прекрасно это понимаешь. Иди вниз, жди меня у машины. Я хотел... Иди вниз, я сказал. Жди меня у машины. Поедешь вместе со мной. Вот у тебя... Все, я сказал, иди вниз, иди. Лариса Игнатьевна, зайдите ко мне. Слушаю, Николай Александрович. Лариса Игнатьевна, вы звонили в совхоз? Что там мой сын натворил? Да ничего особенного Юрка не сделал. Он просто уехал. Да нет, никаких там хулиганств или ЧП. Ну, может быть, заболел или... Ладно. Ну, мне пора ехать. Вернусь послезавтра. Хорошо. Что-нибудь срочно тогда давайте знать, а если да так, не трогайте. Дела там нелегкие. Да, и Важнов человек нелегкий. Да-да, нелегкий. Извините, Николай Александрович. Да. Почему вы сами едете к нему? Вызвали бы сюда. Да, можно было бы, конечно, и вызвать. Только друг он мне, понимаете? Вот этот самый Важнов. 30 лет дружим с первого курса. Николай Александрович, я еще раз прошу вас, возьмите шофера, все-таки ехать всю ночь. Это что, жена просила не давать мне воли? А что, вернется Марья Ивановна, какими глазами я на нее смотреть буду? Ну, договаривайте, если что случится. Вот именно. Да вы не бойтесь, не впервой. Знаете, когда я на приисках работал, почти каждую ночь по тайге мотался, да еще на старом козле. Ничего, устану, Юрка поведет. Вот, ну, вот так... Счастливо, Лариса Игнатьевна. Счастливо. Николай Александрович, да. Это возьмите с собой. А что это? Ну, перекусить в дороге. Да не нет, надо. Нет. Возьмите, значит... не спорьте, возьмите. О, спасибо. Машина в порядке, Николай Александрович. Ага, хорошо. Гриша, ты отдыхай. Отдыхай, до свидания. А, до свидания. Спасибо. А ты садись, садись. Отец, ты ужинал? Ну ты что, не хочешь со мной разговаривать? Не хочу. Ну вот, опять объезд поставили.
Что там третий месяц связисты ремонтируют? Днем едешь, никого нет, а теперь огни развели. Штурм Измаила устраивают. Ну да, к празднику, наверное, обязались закончить. Ребята все молодые. Студенты, что ли? Да, надо было на Волге ехать. На этой, правда, быстрее, но укачивает немного. На ткацкой фабрике в третью смену работают. Ну и что? У меня сегодня тоже третья смена пошла. Да, все моложусь. Надо было шофера взять. Говорят, давление в дальних поездках чуть ли не в полтора раза поднимается. Ну ничего. У меня оно как раз низкое. А что? Вот дом молодежи у нас как у людей. Да что стесняться? Лучше, может быть, в Союзе. Тщеславен ты, Николай Александрович. Нехорошо. Ну куда, куда лезешь, бабка? Может, я сяду за руль? Нет. А куда мы, собственно, едем? Могу я узнать? Можешь. Я еду в Степаново, к Важнову. Угу. А ты в совхоз. Даже если я не хочу. Даже если не хочешь. Но может я... Все, хватит. Три года ему было. Три года. А сейчас 19. И вроде бы не маменькиным сынком вырос. Все по приискам, рудникам. По тайге бывало, Марина его к седлу приторочит и возит. А что делать? Дома никого нет. Марина один врач на всю округу. Лучше меня на лошади выучилась ездить. Потом Иркутск, Хабаровск, Москва. Странное у него качество. Не умеет быстро друзей находить. Это и понятно. Все переезды. Одна школа, другая. Конечно, рос, менялся. А может, я что упустил? Да нет же, грех ругать его. Парень-то вроде ничего, с сердцем. Вот только не всегда понятны. Но не избалованы вроде. Что ж ты не дождался, пока мать позвонит? У нее же сегодня защита диссертации. Ничего, сообщат. А может быть, у него там в совхозе какие-нибудь... Сердечные дела закрутились. Ну, не мог оставаться. Вот я уже его оправдываю. Слушай, может, я и не прав, но только не молчи. Сигареты есть? Да я же не курю. Да, знаю, не куришь, балуешься. Это еще хуже. Сейчас. А, черт, не успели, шлагбаум опустили. Ну вот, жди теперь. Ну ладно. Ну ты можешь мне объяснить, что там у тебя все-таки? Ну как это объяснить? Мы первый раз в таких условиях.
В общем, это не институт, а все-таки целый месяц все вместе. И день, и ночь. Вот ты не поверишь, как ребята меняются. Просто многие совсем другими оказались. Кто лентяем, а кто наоборот. Ну, а кто в лидеры двигает? Борька Коробков. Ну, ты знаешь его. Да-да. Приятель вроде мой. Откуда он взял это, что всеми может помыкать? Бригадиром сам себя назначил. Как назначил? Ну, сказал, что уберется поставить дело как надо. Так. Ну, сначала все обрадовались. Кому охота этот хомут на себя одевать? Вот и выбрали на свою голову. Ну и что он, этот Коробков, дело-то делает? Разве в этом суть? И в этом. Хомут-то он на себе тащит, а не ты. Ну, тащит, ну... Да, да. И что, все же не поладили, да? Да че ладить? Вот овес мы на веялке пропускаем. Так можно в два раза быстрее, а он... Раскричался зерно, мол, с половой в отброс попадает. И я ему русским языком объясняю. Лучше, говорю, потом снова остатки проверить. А он обычился, красный как рак. Ну, в общем, это долго объяснять. Да-да-да, понимаю. Творческая личность не ужилась с администратором. Это знаком. Да при чем тут администратор? Сами же его поставили. Захотим и снимем. Ну, я так понимаю, что кроме тебя этого никто не собирается делать. Не издевайся. Просто, по-моему, или работать, или... Так. Понятно. Выходит, ты только о работе печешься. Не только. Я так и думал. Можно ехать. Да-да, поехали. Знаешь, власть это, оказывается, занятная штука. Ну, прямо не поверишь. Боренька, Боренька, Боренька. Я, кажется, ножку вывихнул. А сама ему на шею. Ну? Он, конечно, ее домой отпустил. Власть. Вот оно что. Ну, теперь я понял, зачем ты ко мне приезжал. Жаловаться. Жаловаться? Я? Да, да, жаловаться. Тебе не нравится, как командует Коробков. А не поддержал твои идеи с веялкой. Идет на поводу личных симпатий, отпускает из совхоза разных симпатичных девушек. Но это не самое главное. Это самое обидное. И у тебя опустились руки. Да, ты человек неравнодушный, тебе хочется, чтобы все было разумнее, яснее, справедливее, чтобы всем было хорошо. А как бороться за это, не знаешь и не умеешь. А ты научи. Научи. Вот ты. Первый секретарь, большой начальник. Ну, что там у тебя еще? У тебя власть. А что ты можешь сделать? А ты можешь сделать, чтобы... Всем было хорошо. Да нет, наверное. Ну вот. А для чего тогда иного? Власть. Нравственная ее суть. Вон, видишь, старушка идет. Вон, вон. Видишь, какая озабоченная. А может, ее невестка не любит. Ну что, приказать, чтобы любила? И вообще. Ну представь, любовь из-под палки. Нравственно ли это, а, Юра? Ты это о чем? Это я о старушке. Да. А болезнь решением бюро можно отменить? Или, скажем, старость? Ну так что тогда? Просто не замечать ее, эту старушку? Вон уже, проехали. Не видать ее. Нет. Надо замечать. Надо. Ты чего остановился? Колодец. Тут вода очень вкусная.
тихо. Тише, тише. Слышишь? Ага. Ах, как здорово. Да. Знаешь, Юр, я вот давно одно стихотворение запомнил. Почему-то много раз к нему возвращался. Сейчас даже не помню, чье. Какое стихотворение? Если коммунисты вперед, то Межерова... Нет, нет, нет. Нет, ну это тоже, можно сказать, на партийные темы. Вот послушай. Чужое горе, оно как овод. Ты отмахнешься и сядет снова. Захочешь выйти, а выйти поздно. Оно горячий и мокрый воздух. И как не дышишь, все так же душно. Оно не слышит, оно кликуша. Оно приходит и ночью ноет. А как утешить? Оно чужое. Сначала я удивился, что меня зацепили эти стихи. Ну, в общем-то, наша задача, чтобы чужого горя не было, да? Мы ведь многое умеем, многое можем. Ну, какое там особое горе? Соберем силы, поможем, бросим средства, откроем возможности. Ну, а что, неправильно? Да. Действительно, ты многое можешь. Нет, правильно, правильно. Я многое могу в какой-то мере. Оставлять в горе человека нельзя. Нельзя. Чужое горе нужно уважать. Не носиться с ним, нет, не лелеять, а уважать. Уважать, вот как мы уважаем старость. Или, как скажем, оберегают человека после смерти близкого. Как нужно уважать того, кто, понимаешь, всю жизнь искал, а вот его постигла неудача. Чего ты замолчал? Или вот уважать, например, твою беду, сынок, которая, как мне кажется, с тобой случилась. Да. Ну уж и беда. Беда, беда, беда. А вот ты не подумал, что твоему Коробкову, может, сейчас трудно, а? Может, трудно. И ты его, товарищ, просто взял и сбежал. Ну а что же мне нужно было с ним? Склоки разводить? Ну, почему? Что, дворцовые перевороты устраивать? Нет, нет. Просто надо было сесть рядом с твоим другом Коробковым и постараться понять его. Понять. И сделать так, чтобы он понял тебя. Да, да. Понимание – это начало действия, а не наоборот. А ты сначала действуешь, а потом стараешься что-то понять. Ну, тебе легко говорить. Да нет, не легко, сынок. У меня ведь тоже друзья есть. И один из них со мной всю жизнь прошел. Эдуард Борисович? Да, он сам. Товарищ Важнов. А что с ним? Неужели плохо? Да. Зачем ты к нему едешь-то? Да есть причины. А, все с этим Шитовым ссорится. Директором химкомбината? Шитов-то выдающийся инженер. Вообще-то старик выдающийся. Да уж, ему, наверное, 70. Нет, 63. Хотя для тебя это одно и то же. Что-то ты недобрый сегодня. Что же мне делать, сынок? Друг все-таки мне этот проклятый Этька. Друг. Мы его в институте Буратино звали. Что, ничего, похож. Так что все-таки стряслось с твоим Буратино? Чего-то стряслось. Пошли, что? Па. Слушай, ведь хорошее дело может получиться. Серьезно? Вот я сейчас стою, думаю, вот здесь вот, куда при царе ссылали, построить целую промышленную державу. Юрка, а? Понимаешь? Это же десятки предприятий, транспортные пути, шоссе, да не такие, как это. Грунтовка. Да, запустим
ирригацию на весь юг края. А? Ты пойми, это не выдумка, не сказка, нет. Это реальность. А сколько времени на это нужно? Ну, сколько? 2 пятилетки. 2. Если реально, никак не меньше. А тебя же здесь тогда не будет. Может, и не будет, а какое это имеет значение? А что же, вот тебе неинтересно было бы увидеть вот то, что ты начал? Вот человек задумал построить машину, построил, доволен. Жизнь удалась. Или там книгу написать. Написал, в историю вошел. А у вас что? Что? Посидел 5 лет здесь, потом другое место, а потом еще куда-нибудь. А я доживу здесь. Доживу до конца. Пусть не первым секретарем. Ничего, работа найдется. Вот увидишь, я доживу. Дай руку. Чего? Ну, руку дай. Ну? О-о-о, пульс-то за 100. Вот с медициной мне не повезло. Да, 2 врача в доме, это, по-моему, многовато, нет? Машина Важнова. Что случилось? О, еще спрашивает. Чего на дороге стоит? Да отдыхаем, Эдуард Борисович, отдыхаем, товарищ Важнов. Здравствуйте, Николай Александрович. Привет. Привет, Юра. Здрасте, Эдуард Борисович. Ну что, позвонили тебе все-таки? Да нет, я... А куда ты? К тебе в ком? Куда же еще? Смотри, а я к тебе. Садись в мою машину. А вы поезжайте за мной. А что ты так вдруг без звонка? Ну что, так ведь у вас завтра с Лидой какая-то там годовщина, да? Годовщина чего? Ну что, свадьбы? Я не помню, сколько лет. Смотри-ка, не забыл, Света. Не забыл. Юрка, ты садись за руль. А мы уж тут сзади. Хорошо. По-стариковски. Да, опять пельменями твоя Лида меня закормит. Я ведь все на диету сесть собираюсь. Полнею. Прямо не знаю, откуда прет. Это возраст, Коля. Возраст прет. Да я не люблю эти разговоры про возраст. Ну какой возраст? 50 еще нет, возраст тоже. Ну, от Лиды тебе не отвертеться, ты же знаешь ее. Да. Так что, это она тебя за мной послала? Нет, она даже не знает, что я уехал. Я прямо из райкома. Чего-то ты не договариваешь. По-моему, скорее ты. Скажите-ка, а который год ты секретарем Степанова? 6-й? Вместе с тобой пришел. Ты в области, а в район. Вот, хорошо, что помнишь. Самой большой стройкой в области был Степановский комбинат. Кого я мог послать туда? Кого? Только тебя. Человека, на которого я мог рассчитывать полностью. Спасибо за доверие. А и за внимание. Все силы края были тоже отданы вам. Что бы ты ни просил, пожалуйста. Народ, материалы, пожалуйста. Ну, это комбинат-то построили? Да, построили, да. А когда пойдет продукция? Когда? Ты же понимаешь, что заморожено почти 100 миллионов рублей. Как-то заморожено. Как-то грустно мне именно тебе напоминать. Вот капиталисты считают строительство удавшимся не тогда, когда предприятие построено, а когда оно дает прибыль. Понимаешь? Прибыль. То есть, когда готовая продукция окупает стоимость строительства и дает чистую прибыль. Чистую! Да, там промышленник вкладывает свои денежки, которые ему жалко, потому что они свои, а у нас они государственные. Вроде бы ничьи. Так что мне тебе, партийному работнику, объяснять, что прибыль, полученная от нашего комбината, это новые школы, стадионы, больницы? Но ведь будет продукция-то. Будет и прибыль будет. Да, будет, будет. Но когда? Знаешь, это надо спрашивать у министерства. Нет, милый мой, нет. Спрашивать мы должны в первую очередь себя. К чему ты клонишь, Коля? Ни к чему я не клоню. Думаю.
вслух думаю. Ведь если бы мы с тобой с самого начала поддержали Шитова... Опять это да, Шитов? Да, да, Шитов, да. Комбинат уже сейчас давал бы продукцию. Уж к Шитову-то можно было прислушаться. Ну, вспомни, как мы с тобой радовались, когда смогли его к нам заполучить. Помню. Помнишь. Так почему же ты его не поддержал? Ведь два головных института, понимаешь? Два головных института выступили против его предложения. Да, а Шитов порушил мнение двух институтов и все-таки добился своего. Несмотря на возраст, болезни, несмотря на отсутствие твоей поддержки. Но в конце-то концов я его поддержал. Слава Богу, да, слава Богу. А ты представляешь, что было бы, если бы мы его не поддержали? Юра, ну, сделай потише эту музыку. Хорошо. Вот ведь как получается. Работаешь вроде не за страх, а за совесть. Ни днем, ни ночью покоя не знаешь. Тысячи дел. Всем приходится заниматься. И стройматериалы не подвезли, жилья не хватает, с транспортом перебой, помидоры вовремя не завезли. Требуй, названивай, выговора, благодарности. Работаешь как волк. И все-таки... чувствую, пускаю что-то. Что-то важное упускаю, Коля. Вот и собрался к тебе на ночь глядя. Знаю я, все знаю, Витька, все. Знаю, колоссальную махину построили. И ремонтно-механические заводы, и заводы сборного железобетона, и товарного бетона, и крупнопанельного домостроения, и железные дороги. Да, самые совершенные электрические печи. И много такого, чего выговорить-то трудно. И все равно не здесь суть. Нет. Люди. Люди. Вот где наша работа. Вот, говорят, жизнь усложняется. Правильно. А за счет чего? За счет того, что больше людей начинают участвовать в ней. И иметь свое мнение. Понимаешь? И нам с тобой надо бороться именно... за это человеческое мнение. Вот вроде бы подавляющее мнение было такое. Так строить комбинат. И комиссия, сам говоришь, высокая, и два института главных. А вот у Шитова, оказывается, было свое мнение. И оно победило, а мы его проморгали. Мы. И ты, и я. Ну и что? Что, нас за это по головке, да? Нет. Значит так. Мне выговор, а тебе строги. Что? Что? Мне строгий выговор? Мне, Николай? Да я же 30 лет в партии, мне ни разу... И мне ни разу. Так. Так. Ну, а что я коммунистам скажу? Скажешь, как есть. Ты пойми, Этика, пойми. Ведь коммунисты не только мы с тобой. И не только вот эти люди, которые на партучете стоят. Нет. Это и Ленин, и Киров. Это и коммунисты стран, борющихся за свою свободу. Вот сейчас каждая бабка телевизор смотрит и видит их лица. Глаза их видит, детей их видит. Которые каждую минуту могут без отца и матери остаться. И эта бабка знает, чем рискуют эти люди. Что они могут потерять и на что идут. Ну, а что мы можем с тобой потерять? Ну, что? Должность, да? Нет, мы должны бояться потерять уважение. Уважение. Любая глупость нам в строку, любая неразбериха, безалаберщина, хамство. Все это нам. Ну и все, что сделано, тоже нам. Тоже нам. Ведь как мы, в общем-то, шагаем? Как? Иногда подумаешь, умом не охватить. Да, да, но ведь и другое важно. Как добыта победа, какой ценой. Вот что важно. Ты знаешь, о чем я последнее время все думаю? Да и, наверное, не один. Ну, приехал бы, поделился, вместе бы подумали. Ну, вот я и приехал. Вот.
Сейчас настало время, когда в нашей партийной работе больше всего должен цениться талант. Именно талант. Не только преданность делу, не только дисциплина, и даже не только творчество, а именно талант. Творят иногда и бездарные люди, и от их творчества только хуже становится. Талант. Да, талант. А ты что, думал, что талант обязателен только для балерины или авиаконструктора? Нет. Нет, руководителю талант просто необходим. Он необходим для всей нашей жизни. Потому что в наших руках безмерная сила. И от того, как она будет направлена, как талантливо или неталантливо она будет работать, зависит многое в нашей жизни. Да. Да, в общем-то, это верно. Верно, верно. Только взять его откуда? А? Талант-то. Вот это я не знаю. Не знаю. Тут искать его надо, искать. Главное, в людях искать, растить их. Вот в тех, кто заменит нас. Ну, это ты зря. Не знаю, может, мне замена и нужна. Не знаю. А тебе-то ее искать не надо? Почему? Да так, ты у нас со школьной скамьи, как говорится, о двух головах. Ну, а чего ж ты не улыбаешься? Почему улыбаешься? Ну, когда такие слова приятелю говорят, то усмехнуться надо. Ну, как-то чуть-чуть снисходительно. А я не приятелю говорю. Я говорю другу. Другу. Вот и сидят они рядом, два друга, такие непохожие, хотя оба седые. Отец еще молодец, он глаза как сверкает, правда, полнеть стал. Утром слышу, гимнастика себя до одыри мучает. Выходит, белый-белый, а не хочет вида показать, что задыхается. Сколько же я его помню. Ну, в общем, сколько себя, столько и его. Я уж, наверное, в классе втором был, когда Женька рыжий во дворе мне крикнул: «У тебя отец не родной». Я даже не поверил, пришел и спрашиваю: «Отец, ты мне родной или не родной?» Он покраснел почему-то. Мать меня хотела в другую комнату увезти, а он сказал: «Не надо». Потом подумал и спросил: «Реветь не будешь?» И я закивал головой, потому что говорить не мог, меня слезы душили. Он взял меня на колени и тихо так проговорил: «Давай так договоримся. Кто бы что бы ни говорил, решать тебе. Если ты чувствуешь, что я тебе родной, то значит, это так». А ведь ты знаешь, многие неполадки с нашим комбинатом, они ведь не случайны. Нет. Ну, не было у меня опыта такого большого строительства, не было. Хорошо, а что ж тогда со всем комплексом будет? В нем ведь несколько таких предприятий, как химкомбинат или как электростанция-гигант. А строишь ты пока плохо, так ведь? Ну, допустим. Нет, очень плохо, очень плохо. 6 лет почти ты с комбинатом возишься. А теперь тебе на плечи еще гигант энергетики. Нет, если так и дальше собираешься работать, ты это завалишь. Ведь это смотря какие люди будут, какой проект. Да какие бы то ни были, я в первую очередь в тебе должен быть уверен. В тебе, а не в них. Ну, может быть, я не самый талантливый секретарь. Может быть. Может. Но за это время я многому научился. И я из района не уйду.
Пока дело не сделается, меня отсюда только вперед ногами вынесут. Ну, вот спорь с тобой. А зачем спорить? Зачем? Твое дело приказывать. Ты хозяин. Хозяин в лавке сидел, понимаешь? Да в окно глядел, да барыши подсчитывал. А что мне считать? Что? Какие барыши? Да, хапануть у государства 2 миллиарда на наш комплекс, раструбить на всю страну, а потом в академию учиться или на пенсию, если что не выйдет. Так, что ли? Говори прямо, нашел человека на мое место? Может, и нашел. Ну, с этого и надо было начинать. А ты задумайся на секунду, почему я бросил все дела и на ночь глядя помчался к тебе. Ну, почему? Да и ты тоже решил не по телефону со мной советоваться, а сел в машину и в обком. Почему? Что, случайно это, что мы с тобой встретились? Случайно. Какая тут случайность? Вот-вот. Почти 30 лет мы с тобой знакомы. Друзья. И вот настало время, когда я не знаю, какими словами тебя убедить. Не знаю. Разговор-то сложный. Начал, так заканчивай. Или, может, я сам за тебя попробую, а? Ну, давай, пробуй. Так вот, думаешь ты, дружба дружбой, а дело делом. Итак, дорогой товарищ Важнов, не оправдал ты нашего доверия. Нет, запутался спуском комбината, не на тех людей поставил, инициативы не проявил. Объективные обстоятельства у тебя были. Ну, так объективные обстоятельства всегда бывают. А только на то ты и поставлен секретарем райкома, чтобы их предугадывать, преодолевать. А так как твой район решающий в области, то нужно подыскивать тебе замену. Да, замену. Вот так ты примерно думаешь, мой друг, товарищ Самарин. Ну, правильно. А ведь ты знаешь, тебя наша конференция не поддержит. Не-а. Если ты меня снимать предложишь. Ну, это смотря кого взамен. Да? Из Москвы кого-нибудь? Может, и из Москвы. Я ведь что тебе хочу сказать? Главное... Да жалко, понимаешь? Понимаешь, жалко уходить. Только мы с Шитовым разобрались. Только поняли вроде бы друг друга и... На тебе! Здесь ведь что важно понять, Эдуард Борисович? Понять-то нужно, что живем мы в такие годы, во времена такого строительства, что вот старыми методами партийного руководства нам уже не справиться. Нет. Ну, как было раньше? Вот не выполняет завод плана. Плох директор, снимай его. Или, скажем, срок пуска комбината установлен. Жми этот пуск, какой бы он там ни был, реальный или нереальный. Даст прибыль продукция или не даст. Теперь так работать нельзя. Ну, нельзя. Это бездарно и нечестно. Вот именно нечестно. Другого слова я не могу найти. Так вот, и разбирались мы с Шитовым почти полгода. Разбирались, пока не нашли решение. Да, это хорошо, хорошо, что все-таки разобрались. Хорошо. Да, партийный руководитель должен уметь разбираться в том деле, за которое он отвечает. Он должен быть компетентен, понимаешь? Вот ночами не спи. 100 книг прочти, 100 мнений выслушай. И выбери самое разумное, перспективное мнение. Ты должен быть уверен, что это твое единственное, убежденное, выношенное мнение, за которое ты голову можешь положить. А если оно все-таки окажется неправильно? Тогда ты плохой партийный работник. Плохой. И тебе нельзя поручать такое дело. Нельзя. Тогда занимайся чем-нибудь, что тебе по плечу. Значит... Ты думаешь, не по плечу мне Степановский райком? Ну, это трудный вопрос. А ты не бойся обидеть. Не бойся. А то я что-то не пойму. С одной стороны... Вот именно. Вот именно. С одной стороны, хватило у тебя все-таки сил влезть в гущу строительства, найти людей, решиться на ломку сроков и, наконец, стать своим человеком в этом деле. А с другой? С другой... Понимаешь, пока ты в этом разбирался, пока понимал, какое сейчас место у секретаря райкома в промышленном строительстве. Прошло слишком много времени.
А теперь нам важно не только само строительство, а как. Дорого или дешево, качественно или спустя рукава оно ведется. Так вот, Степановская стройка ведется теперь хотя и правильно, но долго и дорого. Ну, знаешь, в конце концов, что от меня одного все зависит. Есть министерство, институты, хозяйственные станции. Не надо, не надо. Не надо. Мы партийные работники. И никто, понимаешь, не может освободить нас от всей ответственности за то, что происходит в крае, районе, на стройке. Но для чего, в конце концов, Этька, мы учились? Как говорится, на медные деньги. Но для чего не досыпали, не знали отдыха? Но для чего надрывались самые тяжелые годы, вытаскивали хозяйство из прорыва, из послевоенной разрухи? Ну из-за чего мы с тобой вот седые, чуть ли не в 40 лет? Для чего мы не боялись брать на себя ответственность, когда мы были убеждены, что правы? Мы, может быть, только сейчас имеем возможность сделать все вокруг таким, как вот мечталось. Да мы же с тобой могучие мужики. А ведь все умеем, если захотим. Ну неужели из-за какой-то амбиции, из-за какой-то должности мы сами себе наденем шоры на глаза и будем потихоньку отставать от самой жизни? Вот от этой жизни, которую мы с тобой так любили. Вот от этих новых молодых людей, ради которых мы вкалывали всю жизнь. Я не хочу. Правда, я не хочу. Не хочу отставать. Я, может быть, и родился только для того, чтобы вот этот край славился не только своей тайгой и реками, не только мощью энергетики, прекрасными дорогами, могучими заводами, но и всемирно известными учеными, художниками, писателями, ну, счастливыми и просвещенными людьми. Все-таки со мной-то как? Что решил? Ну что, пойдешь парторгом строительства? Конечно, пойду. Ну, конечно, пойду. Я боялся, что ты меня не оставишь, Степанова. На мое место кого подыскал? Себя. Да ты что? С ума сошел? Почему? Да нет, буду предлагать себя. Пап, я здесь остановлю. Отсюда до совхоза всего 3 километра. Хорошо. Ну, может, подвезти тебя? Не надо. Дорога плохая, машина застрянет. Не заблудишься здесь? Я-то? Не заблужусь. Счастливо, Эдуард Борисович. Счастливо, Юра. Ты сумку с едой возьми, тебе пригодится. Ну, спасибо. Ребят полакомятся. Ну, будьте! Будем, будем. Вот и ночь прошла. Да. Прошла. Ну что, Эдуард Борисович, поехали, что ли? В райком, Николай Александрович. Ну, зачем в райком? К тебе, к Лиде на пельмени. Какая у вас годовщина по счету? Да 29-е. Давно ли, кажется, было? Вчера как будто.